Инфодайвинг – это процесс погружения в себя за информацией. Именно в себя, в свой внутренний мир, к своей душе. Да-да, именно к душе. Именно к той нашей важной составляющей части, которая обладает всей информацией обо всем мире, которая также божественна, как и наше сознание, и наше проявление, и наш этот материальный мир. Инфодайвинг – это инструмент самопознания с одной стороны. С другой стороны, это инструмент, с помощью которого мы можем узнать истинные причины, почему у нас случаются те или иные события в жизни, зачем они приходят в нашу жизнь, чему нас учит эта реальность. Мы можем узнать кармические какие-то вещи, предпосылки. Мы можем узнать историю нашей болезни, всю основу психосоматики. Мы можем изменить и настроить человеческую психику с помощью инфодайвинга таким образом, чтобы не было болезней, чтобы выровнять, гармонизировать отношения, чтобы восстановить здоровье, чтобы восстановить проявление свое в жизни, любимое дело, любимый бизнес, то, что мы делаем с интересом. Именно интерес – это основная энергия души. Это то, что мы берем от Бога напрямую. Интерес к жизни, интерес к самопознанию. Вот это неиссякаемое любопытство, желание творить. Это божественная составляющая в человеке. Через инфодайвинг раскрывается наиболее ярко. Потому что мы приходим к ней осознанно. Мы видим, мы можем, мы получаем информацию объективную о внешнем мире. Фактически мы приходим в состояние сотворения, когда мы начинаем проявляться осознанно. Хочу, могу, позволяю, проявляю и беру на себя ответственность за то, что я делаю в этом мире. По сути дела, это основной постулат инфодайвинга, который идет красной нитью через обучение, овладевание этим инструментом. Реально очень классный инструмент, который дает неимоверные бонусы, который дает неимоверные возможности, который приводит человека к себе настоящему, к себе божественному, к себе, просто к себе искреннему.